было принято решение о том, чтобы мы создали наблюдательные советы, а федерации возглавили профессиональные или спортсмены в бывшем, ну, в общем, специалисты, которые в этом виде спорта что-то понимают. Так ли это, сделано ли это? Почему я направляю фактически в наблюдательные советы людей с большими портфелями? Допустим, генеральный прокурор и лыжи. Да потому что у человека есть возможности и административный ресурс, откровенно говоря, который может оказать любую помощь, поддержку и так далее и тому подобное. А под ним будет руководитель федерации, который будет организовывать непосредственно тренеров и спортсменов, смотреть за школами,